Андрею Петерцову посвящается «Быстрые сиси». Не вялые, а быстрые сиси. Та же волокуша, только быстро. Совсем маленький отцепился. Довольно-таки быстрая проводка. Уже где-то штук 8 поймал. Арийная ловля судака. Далеко от лодочки. Ой, улетел. Самообслуживание. Что самое ценное, что рыбка остается целая, а на тройнички вываживаешь. Я сегодня весь испереживался на пале, особенно когда ваш экипаж привез ноль, решил поехать на рыбу. Вот где-то здесь должна быть поклевка. Район. Нету. И что это обозначает? А, вот что это обозначает. Веточку подцепил, с веточкой шел. А я уже подумал, что рыба закончилась. Чуть-чуть опустим. И пошли. Глубина 3 метра. Наверное, подвыбил стайку. Да, наверное, подвыбил. Сейчас поменяем заброс. Вот так увернем. Может, рыба пошла ближе к берегу. Точно.
Ну, чтобы завтра у вас было столько судаков, хотя бы по 2 килограмма. Я знал, что у вас была хорошая рыба. Видел поимку. Знал, что она закровила. Удивился, почему вы не поехали на досрочку. Но когда на финише она умерла, это был шок. Была надежда, что вы что-то доловите перед финишем. Какое-то дурное предчувствие, что в этот раз что-то изменится. Скорее всего, так и вышло. Что-то вы перемудрили. А что именно, не могу сказать. Может, ближе к ночи и зачеты пойдут. Да, немножко стайку проредил, и поэтому подловки стало меньше. Ну, надо сейчас намазаться от комарика. Не никого, а была листочек прилепился. Проверим еще раз. Такое случается иногда. Некогда от комаров помазаться. Грызть начинают. Андрюха, завтра вам удачи. Болеем за вас. Многие в Риге уважают ваш экипаж. И болеют за вас. Завтра зубы покажите. Главное не скисать. Потому что сегодня у вас моськи были понурые. Пока.